Завод стальных конструкций «Полимерпрофиль». Производство и продажа профнастила, металлочерепицы, водосточной системы и доборных элементов. Поселок Заокский, Нечаевское шоссе, 19. Добрый вечер. В эфире прогноз погоды. Осень уже не за горами, поэтому сейчас самое время подумать о новом гардеробе. Приходите в магазин «Дамское счастье». Уже в эти дни там новая осенняя коллекция и большой выбор теплых пальто. Город Тула, улица Плеханова, дом 45А, остановка Степанова. Завтра погода в Тульском регионе существенно не изменится. Нас ждет еще один прохладный летний день. Среднесуточная температура воздуха останется пока еще ниже своей климатической нормы. Осадки, по прогнозам синоптиков, маловероятны. Этой ночью в Туле всего 8-10 градусов выше 0, по области до плюс 11. Днем в Туле ожидается от 20 до 22 градусов тепла, по области до плюс 23. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба, ветер западный 3-5 метров в секунду. Такая погода продержится в нашем регионе и на следующей неделе. Конец лета – это время распродаж. Внимание, только 3 дня – 24, 25 и 26 августа – в салоне кожи и меха «Медея» настоящая тотальная распродажа, скидки до 90%. Город Тула, проспект Ленина, дом 82. На этом у меня все. Оставайтесь с нами, не переключайте канал. Я желаю вам хорошего и приятного вечера. До свидания.